Всем здорова, с вами Вова, компания «Электроник России», город Нижний Новгород. И у нас на днях поступили новинки «Электроник 2061», «Firebox 1000», а также универсальные радиомикрофоны комплектами и по одной штуке. «Электроник 2061», «Firebox 1000» у нас по суперцене весь март месяц. Вместо 22 тысяч рублей 17 800. Заказать их можно по промокоду. Промокод спрашивайте по номеру телефона Viber WhatsApp, который всплывает на экране. Конкретно этот комплект у нас уже продан. Куплен он Станиславом Валерьевичем в село Черниговка Приморского края. Я предлагаю вскрыть, проверить комплектацию и проверим универсальные беспроводные микрофоны хорошего качества. Итак, колонку я распаковал, в комплект поставь, входит два радиомикрофона для караоке, уже сразу можно петь караоке. Инструкция на русском языке, пульт, аукс и сетевое зарядное устройство. А также ее можно зарядить от автомобиля 12 вольт. Станиславу мы дарим Bluetooth наушник с автомобильным зарядным устройством, поп-ит и комплект батареек. А теперь давайте распакуем комплект микрофонов. Вот наш комплект микрофонов 10.07, дистанция на открытой местности до 50 метров. Открываем, сразу видим пальчиковые батарейки, это ставится в микрофоны. Резиновые кольца, чтобы ложить микрофон на стол после того, как попели, и не стукать сам микрофон, не разбить. Аккумулятор 18650, это в передатчик, и есть инструкция. Вот такой вот металлический микрофон с дисплейчиком. На дисплее транслируется частота, на которой работает радиомикрофон. В данном случае это 610,5 МГц. Ну, а также в комплекте передатчик с переходником под 3,5, аккумулятор 18650 и зарядное устройство для передатчика. Кольцо сидит плотно, с микрофона не свалится. Вот так вот это все дело смотрится. Слева это у нас штатные радиомикрофоны, и справа, которые купили, универсальные 10.07. Ну что, а теперь проверим микрофоны штатные. Вот красный и синий. Начнем с красного. Раз, два, три, микрофон работает. И проверим синий. 4, 5, 6 тоже прекрасно работает. Ну а теперь давайте проверим универсальные радиомикрофоны 10.07 от компании «Электроник». Раз, 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 два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Вот хорошее чистое звучание. Второй проверим. Здравствуйте, здравствуйте. Все прекрасно работает. И теперь давайте попробуем понять разницу. Вот штатный радиомикрофон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это уже универсальный радиомикрофон. Вот так вот. Ну, разница слышна. Раз, раз. Всем привет. Микрофоны универсальные, подходят ко всем аудиосистемам. И есть не только набор по две штуки, а также есть по одному радиомикрофону. Вот микрофон 10.03, он заряжается, там 18650 идет аккумулятор в комплекте. И 10.06 это такой же, как 10.07, только по одной штуке. Купить их можно у нас на сайте leader-nn.ru или напишите мне по номеру телефона Viber WhatsApp, который всплывает на экране. Друзья, ну и что, давайте, конечно, ее затестируем на звуке. Подключаюсь по Bluetooth. Отключаю петличный микрофон.
друзья, вот так вот здорово звучал Electronic 2061, микрофоны 10.07. Все купить можно у нас на сайте leader-nn.ru. Напишите мне Viber, WhatsApp, я вам скину промокод. Конкретно эту мы запаковываем и отправляем в Приморский край для Станислава. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока.